запомните. И еще там эти патроны кидать надо, не забывайте. Наверное, не успею на турельку, и кто может займет. Нет, так, но помните, у нас флаг находится наверху, не в бункере. В бункер все так, спускаемся. Мне один ко мне сюда. Кто ближний? Ну, я вот. Давай, Гонал, ко мне. Сейчас. Холфазер, пока побудь вот здесь, посмотри. А, ну ладно, ты на миномете, да? О, блин. Где? А, вот вижу. Так, ну все, я поставил. Так, надо, чтобы... Кто у нас там? Литвин на миномете, на пулемете, да? Отлично. В общем, давайте, большая часть удерживает вот эту вот точку. Так. Я побуду наверху, буду смотреть, чтобы к флагу не пробрались. Да-да. Нужен ко мне напарник, ну, несколько человек на бункер сюда. Потому что тут и пушка есть, и вторая пушка, то есть. Американцы уже здесь. Угу. Есть инженер, который будет чинить Годола? Американцы уже наверх. СССР, НМС, наверху американцы уже, надо 73-ю защищать. О, нет, они атакуют на ВН-73. 73-ю надо защищать. Это, что я думаю. У них вон спаун. У нас пушку никто не брал? Да, вот, кто около пушки? Ройер, возьми пушку, тут танк пытается. Принял, принял. Пометки танк. Чёрт. Отлично. Пушки все равно нет, танк будет. Кристиан был. Вы не проверяли кит, амма-кит есть? Нет. Если чё, я на арте готов принимать. Ну, понял. Так, метку бросить на этот, с танком, короче, плавучая хрень. Возможно, возьму танк. Да, кто-то бежит к танку, сейчас будут это. Пометки. Пометки, лодка с пулеметом. Принял. Ну, не пометки, а на спот для арты. Да. Метка будет вот тут, вот, вот она. Кто кинул ее? А, Керст. Ага. Угу. Ее уничтожили, да. Посмотри, сейчас еще одна. На моей метке Рора, посмотри, там танк. А, вижу, сейчас. Не, там танка я не вижу, все на метке. Годал, эконом патроны лучше, а то, кажется, сам макетов нету. Найс, уничтожил. CC, we got infantry and C4 coming from the west. Так, народ, мне нужно люди на флаге, у нас на C4 противник. Я иду на флаг. CC, infantry on the map and C4 heading to C3. Да, они, кажется, просочились идут на этот самый. А, вглубь идут на Вервиль. А не, а макет есть, он возле пушки героя убили. Там, короче, Кристиан, по-моему, дальше в масса. Танк выехал с лодки. Дайте метку. Сейчас появлюсь, сброшу. Можно. Распутан. Убил танк. Отлично. Красавчик. Просто у меня пушка. Можешь такая... брать пушку обратно, я ухожу на флаг. Не, нет, я сверху буду заплатить. А у меня yeah, бесконечный патрон. Listen up, CC, we got major infantry in C4 heading from the west to W70. Угу. Должен быть. Да. Да как там дропать? Вроде бибикать надо, да?
Do you guys hear me? Правую надо. Yeah, we can hear you. Okay. Бегает на левую. What's that, Донбасс? Они в C4 у нас, наверное, прям, да? Да, противник 7. Где-то между 71 и 70. Я пробегу проверить, с чёртом будет сейчас. О, ралик уничтожил. Так, у нас ралик наш упал. 9, 3, 0, 1. Да, пошли на тот, вон, за камень поставим. Наверное, сам упал. До этого накрыли наш ралик, Артур, по-моему. С корабля Джонни там вроде. Готово. Мы сейчас походу как бы точку не заняли. Да, мы 73 теряем. Если что, я готов принимать. Ролик у них на склоне. Ребят, кидайте. На склоне где? Ну где пятый склад, видишь? Вот тут? Да, да. А нет. Там не достанешь артой. Достану. Нет, там склон, но если под самым склоном, он будет об склон биться. Ну, нихрена себе не. Прошли, блядь. Да. Господа, мне снова да. Честь встречаться окей, с вами опять. Окей, давайте. Движемся на Вервель. Сосиску от него готу Вервель. Нет. На пушках вставать. Сиси, what's going on in Вервилл? We lost it. Squad 2 will counter-attack. Ты пропал, Кирст. Чё? А ты пропал, кто на пушках оставайтесь? Yeah, I called out infantry heading to Mars. А кто на пушках оставайтесь там, все остальные пехота суицид, мы атакуем Вервилл. Казуки, по моей метке, Роя, танк стоит. Танк, да. Он на лодке, на барже. We have a tank at WN-70. Он, кстати, не приезжает. Метку кинь еще раз, у меня нету метки. Сейчас. Вот. Проверь. Народ, Литвин, Казоцкий, Олег, Хульфазер, кто пехота, суицид. Я. Даже я? Все, кто пехота, суицид. Забейте. Так, суицид и от церкви... От церкви двигаемся на Вервель. Казоцкий перелет. Да, вижу, корректирую. И еще чуть-чуть левее. Правее. Да, да. А возле меня пехота бегает, твари. Почти попал. Я попал, он дымится. Losing WN-70. Да как летит ты это параша, алё? Once again, already I got that Sherman spotted. Охренеть, танк уже, блин. Is anyone on already? Yes, yes, well, I'm on RT. Currently I'm destroying the tank. Прямо где мой этот башня? I'm aiming. Tell me the... Oh yeah, I see the tank. Going to attack. Copy. Так, у нас ралик есть. Вражеский танк едет уже на... А, его сняли. А нет, не сняли. Надо быть у радио узнать, send the spot again of the tank, please. I don't see the tank. Как в протоколе. Так, народ, берите Вервиль и перемещайтесь на церковь. Spot the tank. Please. Так, все, все остальные двигаемся на церковь. Мы Винс 71 не потеряем. Да, они уже в глубине обороны. Они могут хватить со всех сторон теперь. Мы 73 теряем. Да как бы 71 не потеряли.
Нам надо перемещаться на дальние флаги, они компактнее. Yeah, tank heading to the Send us parts of the tank. Мы в окружении? Прекрасно, теперь мы можем атаковать в любую сторону. Да. Народ, давайте ко мне перемещаемся, так хуй. I'm gonna stay at the Vida 70. Есть. I got a lot of echo, Basca, I couldn't hear you. Set Camille, right, check the flag. Вражеский танк, наверное, или... Кстати, киньте мне споты на танке. Меня спотит буквально нонсенс места. А, блин, отбирает точку. Ладно, я на драф пойду. Он ближе. Красава. Ко мне один подойдите, поставим ралик. А, я сдох. К этой самой БК же подойдите на север. Ты мне Лёля, кинул мне по ней стрелять, Керст? А нет, или смотри, как? Если что... Кто-нибудь подойдите их. Если что, мы здесь стреляем. Кидайте ралик там. А ралик скиньте. Керст, это ты идешь по метке там кто-то? Нет, не знаешь? Нет. В дом кто-то зашел как будто. Мне еще больше полторы минуты ралик. Спамьтесь на шато. Я на машинке к тебе. Спаунтись на шату и будем двигать на церковь. Машинку можно взять, да? Да, бери все, что хочешь. Казатки, метку кинул на 73-м от бомби. Райдер у шату, по-моему. Они идут на CC. Убил троих. Красавчик. Казоцкий, посмотри мою метку, там где-то у них ралик. Чек. Они уже на шато двигаются. Я понял. Не, подожди, не прям тут. Сейчас шмальну по месту. Не, вот по новой, они там. А мертвый не спаунт еще. А сейчас будет полминуты ралик будет, 30 секунд. 20 секунд. Корректируй данные. Я уничтожу. Че, я ралик уничтожу? Я шмальнул, там нет ничего. Прям. Где-то там у них ралик. Я шмальнул, там вроде нет было ничего. Две секунды. Ралик готов. Давайте, мертвый на ралик. Есть. Пошли. Казоцкий навел аску на 71-й, они берут. Ралика, проход чуть направо. Да. Еще как на ралли, двоих убил. Идите направо, на север, там проход. Да и с юга есть проход. Сейчас, Власов, мне еще пошмалять по твоей метке? Не, на дороге. Сейчас раллик убьют, наверное. У нас танк на... ССС enemy танк, west of church. Один за мной, давайте один за мной. Лёлик, беги за Керстом. За Керстом, Лёлик. Лёлик, за Керстом, беги. Противник. Лёлик, готов. Пофиг, беги за Керстом, ралли надо. Понимаю. Ко мне, один сюда, блин. Говорю же, тут противник в кустах, прям. Ладно, обронись пока шато. Танков нету? CC enemy танк, east of church, on me, on squad leader 2. На мне танк, прям на мне танк. А танк right on me, он squad leader 2. Я не могу взять Panzerfaust. Мы сейчас кинем ралли. Ладно? А танк moving west to church. Не выходи, Холли, не выходи. It must be somewhere... Ралли готов, он is it to K4? Ладно. A tank down. Ралли готов, да? Отлично. Арта, на мою метку. Все, вижу. Это будет мясорубка.
Бомблю, сейчас будет бомбить. Там идут к вам, где-то в вашу сторону, ребят. I don't know how to thing to work. Не понимаю, почему испанцы так хорошо стреляют, они раньше так не играли. Кажется, перед тобой враг на дороге. Да, вижу. Блин. Ой, у нас один еще к северу, от, через поле, недалеко от пушки, людик слева от тебя. Продолжайте атаковать, я на 71 пойду. Людик слева от тебя враг у этих кустов. А, ребят, они с... Это... Слева, слева. Что-то они так карту расширили. Брали еще арту и вынесут. Она, по-моему, работает. Сейчас я на 70. А, Керс, там в этих окопах кто-то есть. Ну ты по мне стреляешь. Сорян. Я не вижу, как мне куда кинули мет. Я туда еще могу. Копай, да? Не спаунтесь, я сейчас на 71 кину ралик. Угу. А, тут около меня танк, сейчас будет ра... Угу. Джонни 22 килла, охренеть. А, так, повторяю, мертвый не спаунится. Green Bunny, they are coming. Ралик готов. А тут на мне танк. Си-си, Вервиль, атака. Кто фаустника? Вот это понятно, метки танк. Кто у нас фаустника взял? Так, давайте, ждем. Кинь метку, киньте координаты танка. Сейчас, тихо. Лёль, Литвин, ляж, не светись. А танк движется постоянно. Так, там вроде бы не шарнул. Че, можно появляться, да? Да, появляйтесь на мне. А, на мне танк. Еще. Если кто-то может, берите танк. Танк. Че, пошли на 71. Там он нельзя было фаустника взять. Я не понимаю, где они вообще никак не мог фаустника взять. Кто у нас? Кто-то лишний питы взял. Киньте метку. Куда-нибудь. Ща кину. CC, they have rally point east of church in the garden. Arty, we could use some help at WN70. Yeah. Flag spotted. Just see what happened 7-1. I see. Что зачищать? Я на 70... сколько там? 73 пошел. На чарж противнику не стоит. I need Arty at WN7. Вижу на том берегу перед тобой Керст. А, убил, это опять был админ. Send spots. Казацкий, когда будешь готов, помоги нам на 7-3, я пока метку кинул, но пока рано туда стрелять. Мы типа защищаем пока или... А, нет, двигаем на 73. Вот эти дальние флаги будут пустые.
Ралик временный? Слышу, там. Ралик мой, да. Так, на берегу Шерман. Я заскучу. А так, я отпускаю 73. Шерман едет на метке. Я минус. Чекинем ралик Литвин. Шерман на метке. Я не могу, я помогаю себе. Нет, вообще кидай сюда. Один человек поза на флаге. Кинули. Send me the spas again, we in 70. Там уже двое на флаге, и мы прям в открытую бежим. Шерман, можете китом. W70. Пошли прям на флаг. Так, Азовский, на моей метке. Эльдик, у тебя есть бинокль? Иду. Кидайте метки. Он ушел, танк ушел, уходит. Кидайте метки. Я не могу, я поменял кит на Гевехр. Куда метку надо? На танк. А танк сейчас, по сейчас дороге движется, на север, ты его не поймаешь. Аккуратно, мина. Ну кинь хотя бы. Я не видел эту мину. Галик, у тебя микрофон есть или ты сегодня молчишь, это тебя не слышно? Что? У тебя был взрыв, нет? Я потерял. Да. У меня не было взрыва и не было видно мины. Опять этот баг тупой. А вот если я буду, например, смотреть сверху, и я буду видеть людей и нажму спот, они засветятся? Да. Если прям в центре экрана будут, по-моему. А, понял. Ну да, там как-то надо понимать. А, один в траншее на метке. Власов я на пометке. На метке один в траншее. Сейчас ты нас задеть можешь. Пускаем флаг. Годл. Так, Шерман на метке, Казовский. Шерман? Кто это сказал? Рёйер, перекинь метки. Да-да, я сижу за ним, давай. А Годл, смотри, к востоку один в траншее. Вижу. Да я понял, но я ничего не делаю. Блин, как будто за тобой с севера. Где, Рюрик? Не вижу. Ага, отлично, убили его. Прям на нем метка. Казацкий, не стреляй. А, еще одна мина возле нету, входа нету в бункер на юге. А, блять, он меня увидел. Ребята, аккуратнее. Казацкий, новая метка. Казацкий, постреляй по ней. По новой. Сейчас постреляю. В траншеях никого нету. Там сейчас будут. Там убили нашего. Сейчас флаг возьмем. Появитесь на флаге на 73. В траншеях бегут. Власов. Охрана там заходит. Зачищать его. Поляки рядом. Убил позу. Они и с другой стороны тоже в траншее. Заходят поляки. Или кто это? Дыма ни хрена не вижу. Заходит, где Власов кидал мне метку. Я слышу их ралик. Казацкий, постреляй по моей метке. Давай. У них... Ты вот эту метку, которую за поставил... За бочками там один, чуваки, за бочками. Автоматчик. Я убил в ралик. Хорошо, хорошо. За бочками у флага... Появитесь на флаге, подойдите на флаг, а то мы сейчас можем... Они еще могут опустить, там остатки, по-моему, были какие-то. Да. Ребят, там ты... траншеи входят. А, ладно. Мы потеряли... флаг орали. Да. Пофигу, блин. Я, когда у нас командира нету. А ведь тут по Мурсу это ведь командир, нет? Mm-mm. Кто двое на 73-м? Вы ралик не сможете же, да, поставить? Да, не добейте, уже одна минута осталось. Да, это я. У нас есть командир, спросите кто-нибудь. Нет у нас командира. В смысле, а как мы играть должны? CC, you have already spot on 70. Ah, that's no sense, because we're about to... Можешь вызваться добровольцем. But I will try my best. Да ладно, не привыкачу. Подожди, а разве не Турбо был? А, кто был назначен админ, генералом? Никто не был. Нет, был кто-то в конце, появился. Когда? То ли Турбо, то ли... Кто-то был генералом, вот перед началом кампании прям, кажется. Нашли кого-то. Ну, я не помню такого. Ладно. Ну, просто я когда зашел, спросил про приказы, никто ничего не ответил.
А, сейчас будет мораль готовить. Готово. Я не знаю, что мы здесь. Так, кто там на дальней стороне? Давайте на флаг пока не взяли, но они бегут от маркера примерно. Они прям заспавнились прямо передо мной, твоей дивизии. Заспавнились? Да. Но где? Это я был на флаге, на... Да, передо мной у них там ралик получается где-то. Вот тут где-то, нет? Прям вот где Франквиль, вот это, да, еще ближе к флагу, вот где-то вон там плюс. Угу, понял. Они арту кинули. Си, I need help, Чемин. Вот ты имеешь в виду? Нам работает. Сейчас скажу. Ну да, плюс-минус там, прям передо мной заспавнились. А как ты ко мне? Мертвый появился. Ставь ралик. Как ты? Ставь ралик. Ставь ралик. Ага, отлично. Все. Угу. Давайте, да, ищите испанцев, ищите ралик. Я маркер просмотрел, никого не увидел. Ну давайте, они вон. Они с южной стороны. С востока, то есть с востока. Атакуют с южной стороны. В это, в наметке. Прям маркер, да, прям маркер. Си-си, в квадре. Чей дым, это наш? Нет, с востока они, вот. Кирс, с твоей стороны, по-моему, ралик у забора. Нет? Я не слышу его. Это наш. Не слышу. Нет? Наш с восточной стороны ралик. Во, а, так, я около меня, я слышу гранды. На юге я слышу гранды около меня. А, нет, у них был тут, ралик был на 3, и его Лёлик, то есть на 9, и его Холли убил, по-моему, гранатой. Ну, я говорю, там. Чё? Ну, чё, вроде тихо. Ну, вроде ну, я говорил, что на востоке у них ралик. Это запад. Разве там запад? На 9 да. Запад. Да, сори тогда. Че, где грузовик? Подожди, дай подсяду, поедем куда-нибудь. Я хочу Чемин сгонять, а они уж потеряли. А куда они? Да. Надо ехать. Блин, у нас большой склад и... Можно попробовать на Чемин? А, все, они уж. Или ганг потеряли. А, пока оставайтесь тут. Попробуйте пройти на ганбаттере. Там на грузовике пройдем. А, в эту сторону. Ребят, вы уж оставляйтесь на фланге. Да. А, на флаге пусть останутся Литвин и... Кто еще останется? Полифазер, останься. Годов, хорошо, Литвин и Годов. Останьтесь на флаге, посмотрите. Я попробую пройти на Шемин. Беркот Манер, they are coming from the west. I already killed two. Мы на ганбетере, пошумим маленько. Да, давайте. Ага, блин, я уже жду. А, там пулемет. Угу, да, я вижу. Ты вижу справа. Власов перед тобой, видишь? Я его не вижу, там, не знаю, пиксель. А, убил его. Ага. Так, он мертвый, не спаунтесь. Принял, жду. Блин, забейте. А так, смотрите, по метке один пехотинец был. Чуть севернее метки один пехотинец был. Они, кстати, уже где-то... Я около ганбаттери был, они уже... К пулеметам бежит враг опять. Который делает... F6 противник. А какой план в целом? Да нет никакого плана, я считаю, что... Я откроется. А, там все еще на метке. Так, мертвый можете спаунить пока на этот на франке этом и двигаться в сторону метки. Мы их будем просто на встречном курсе ловить. А ралли полный на флаге? Да, пока полный. Я пробую свой пройти на шамин и поставить свой. О, райдер убил. Они сзади еще заходят.
Козловки, они где-то здесь, у них халик, походу. Походу. У нас противник на флаге? Не-не, по другому, не переживайте. А, так, давайте, Литвин, Годол, Суицид, кто еще, Козоцкий, Лёлик. Суицид? Как это сдать? Суицид, сейчас поставлю свой ралик. Ой, я пулемет взял, хе-хе. Держитесь. Так, ралик готов, давайте на ралик спаун. Как будет север на английском? На мне противник Норс. А, юг, соус, все вспомнил, спасибо. Саус. Блин, я... переродиться. Ладно, все, они знают, что мы здесь, давайте на флаг. Быстрее. Я будем прямо в флаг зону. Сейчас крысить буду дорогу, вот эту центральную. Прямо залягу и буду сидеть. Уже идут. Да, давайте пока они нас не ждут. Точнее, нас ждут. Отвлекаем хотя бы. Граната. Если вам сложно пройти, бегите прям слева по краю до флага. Испанцы здесь. Испанцы! Испанская инквизиция. Вообще-то там просто было испанцы. Да. Прикольно. Тут поляки тоже тут. Каждый раз, когда видишь испанский сквад, реакция. Блин, Азотский рядом с тобой. Убил, он гранату кинул. Нет, не успел. Свои. Они идут с юга, слышите пометки вот с той стороны? Давай... Так. Так, у них... Они знают, что наша... Знают, где наш ралик. Арту навели. Два человека на юге. Вот тут кто там у нас? Ройер и второй кто? Поставьте ралик. Давай, бегу. Я походу знаю, где... или это может флаг зоны. Сзади за вами один... Сзади за вами один серый. Убил. Давай сюда, Рёйр. Отступим, вот сюда более-менее. По пуле бежим. Хотя лепит. Нет, уходи! А, я минус тоже. Ставьте ралик сами, мы не можем, они нас видят. Не ставьте там. Власов и Кактус, сможете пройти на... Я вот на третьем этаже, Я сейчас опущу флаг, кстати. Они сейчас на ралик выйдут. Вы играете Шемин. Я могу выбежать к тебе. Беги на юг или где-нибудь. Заныкайся, кактус, заныкайся. Мне кажется, у них ралик ихний рядом с нами. На юге. Кактус, стой. Мы сейчас флаг возьмем. Мы можем. Они на юге в кустах, ребята, они их. Керш слева от тебя будет. Готовьтесь появиться. Нет. И прямо от тебя возьмем. В кустах тоже слева. Кактус, план эвакуации. Выходим отсюда, только не по моей мине. Ралик упал. Они бежали, там один. Ралика не будет. А спаунтесь обратно на Франке. Сейчас флаг возьмем. Я уверен, возьмем. На Франке. Иди наверх. Все, отлично. Холли и кто там второй? Ярон. Пока обороняйте Франки, все остальные на Шемин. Понял. Надо ралли. Да, уже Кристиан здесь, на Франке. SSC, we have enemies on Шемин. We need to go there. Сейчас Франки будут брать. Мертвый сюда. Франки будут брать. Dead spawn Франки. Nice camp, Аскар. Кактус, у тебя в доме, там, рядом с тобой, во флагзоне кто-то есть. Литвин, в доме на втором этаже перед тобой. Котл, можешь отойди назад, кинем ралик? Да. Ралик, флаг взяли. Сейчас будет ралли. Только особо не отходи. Давай, стать. Еще назад. Быстрее. Ралли готов, но он такой, да? Открытый. Сейчас гранату кину, ну-ка. Слева смотрите, ребят. Тоже. От ралика сразу сверните в город, а то тут, кажется, будут простреливать окраину. Кто там на... Ройер. Да. Ройер, подожди меня сейчас, я отспавнюсь вместе. Занимаем домик, домик, трехэтажный домик, пацаны. Трехэтажный домик. Куда вы мимо прошли? Козоцкий, кактус, идите сюда на флаг, в соседний дом. Прости. Тут мин нет? Козоцкий, аккуратно, там наверху враги наверняка. Сейчас я тебе помогу. Они нашли наш флаг. То есть я прям резнулся.
Они прямо на входе, слышь, Власов. Слышь, в доме, у лестницы. Сейчас выйдет на тебя. Убил. По-моему, наверху никого нет. Иди лучше на третий этаж. Там хорошее место, там флагзона. Сейчас перезаряжусь. Я правильно понимаю, что это исключительно пехотная карта? Ну да, получится. Лёлик, на третьем этаже третий этаж. Сейчас, кажется, ралли взорвут. Лёлик, давай еще отойдем назад. Ралли полный кинем. Угу. Это ж полный. Давай через дорогу. Нейтрализовал точку, сейчас вот захватит. 30 секунд. Не надо, мы на фланг пойдем. А, ладно, хорошо. То сейчас они уже гранаты кидали просто на ралик. Хорошо. Да, я видел, видео. Четвертый ралик подавлен на флаге. Мы захватили. Сейчас. Что вы? Нас захватили. Отвлекайтесь, бейте, сейчас мы ралик скинем. 4 секунды. По-тихому возьмем. А, да, подожди, сейчас кактус или твин ко мне на ралик? Только не стреляйте никого. Да. Ко мне на ралик давайте. И вместе заходим на шланг. А, тут там чисто. Сейчас еще кактуса ждем. Они там, Власов. Убил. Керс, за стенкой там кто-то бегал. Ага, понял. На третий этаж. Не стреляем, не палимся. Че, пошли, на флагзону. Будешь сидеть на... Ладно, я... Сходим тихо на флагзону. Не стреляем лишний раз. А, это я был на крыше передо мной прямо. И один враг сейчас подойдет на флаг, к домику. Блин. Остался. Угу. Да, вообще не против, что мы здесь. У нас есть ралик. Давайте мертвые на ралик и откуем франки. Squad 4, Баска, can you defend, Шамин? На крыше один противник. CC, can you hear me? Меня слышно в CC? Да, угу. Тебя слышу, да. Так, граната вперед пошла. На крыше противник, наш ралик смотрит. Сбежишь. Блять. Я кинул гранату, кто-то из наших пробежал, прям отбил эту гранату. Сюда. Блин. Давайте на шмин и на кроссроуд. Ну и так нелепо получилось. Я бы... Хотя, да. Чё-то мне показалось, что... Мина. Чё-то меня пугает. Я думал, ты наверху. Пацан, а я же присесть могу и пройти, да? Лучше проползи. Давай узнаем. Присесть и прицелиться из оружия, когда сможешь пройти. Меня Керс обманул, алё. Целился? Нет, блин. Ну, я же тебе объяснил, что садишься, присаживаешься и целишься из оружия, ты проходишь. Блин, все, понял. Моя ошибка. Так, сейчас будет мой ралик. Угу, давайте я готов залетать. Так, слишком близко. Во флаге убивает, или это самоубийство будет? Да, пулемётчик. А около меня миномёт рядом. Али, готов. Блядь. А пулемётчик сидит, блядь, в этом. А, я помогу на ган баттери, потому что уже бесполезно там. Охереть, там кто сидит-то? Что за петушок? Нихрали в юг по дороге. Ходи, возле меня враг на обочине. Слышал, как он. Юг. Камикадзе. Короче, у них на юге, на моем маркере для арты ралик. Юг. Они уже на флаге, прошли на флаг. Сзади убили. А смотрите с юго-востока с метки. Идут на ралик. У нас Лег Гранд Чимин один чел охраняет. На флаг зоны ровно на юге. Да они Грена не задолбали, да. К
гранат. Где пулеметная точка там? Убил кого-то. Да ё... Я еще и ралик задел, когда гранат. Неожиданно выбил. О, фух, я мог на мини подорваться, но радиус уменьшили. Я дальше бегу на радар-бункер. А, вылетел! Короче, по дороге к радар-бункеру опять... Прям на маркере, прям на маркере. Restate, watch out, on the field, on the left. Next map, go on north corner and one south. У нас Чимми кто-то охраняет? Да, нет. Я типа... Да откуда убивают-то твою дивизию? Нихера. Они от маркера пришли. Почему именно меня среди вас всех убили? На танке кто лежит на четверке? Противник. Бля, тут два миномета. Да. Граната пошла к нему. Блин, выпили. Фига сейчас. Мы потеряли. Ладно, сука. Четвертый ралик что-то... Ой, первый ралик уничтожил. Ничего себе. Как против? В чем прикол этой обоссанной клетки? Карт мейкер. Блин, кроссворд сложный флаг. Укрыться негде, они пусты, бля. Я помогу третьему складу. Бля, из этой травы ни хера не видно, пулеметчик. Короче, они обходят по краю и идут на Шемин. По краю севера? Да, ребята, ну, по красной линии идут. Защищайте лучше Шемин, ребят. В таком уже случае. Все почти. Ого, это что было? Ганбаттери под атакой. Кричите, если куда-то атака идет большая, то я не знаю, где появится. На ганбаттери вроде что-то людей дохера. Не, ганбаттери, мы только что отбили, не? Ну, только что атака была, и там еще эти... Арта работала. Не арта, а... Наш мент... Да, на Франкфельд появились, тут наши захватили и их убивают. Не атакуй, типа, как Crossroads. Да, давайте бронять Шамин. Обороняйте Шамин, я попробую на Crossroads силу пройти. Кинтуральк. А, смотрите, у нас с восточной стороны, по-моему, стрельба была. Пометка где-то в районе. Сейчас я рад подходил. Кто-то не идите, кактус! А, там граната. Чего он не кинул? Ага, они с этого самого идут, с Crossroads. Кроссроуд надо. Угу, встречайте, пометки. CC, from Crossroads, they are coming to the gun battery. Да, мы все равно попадем.
попал прям под миномет нас. Семь человек разница. Почти целый склад. Это справедливо? Не. Надеюсь, нас будет больше к следующему раунду. Ой, не раунду, а этому матчу. Битве. Наши мини-противник. У них... Наскрим обычно сбивать. У них больше людей зарегистрировано, поэтому будет примерно так же. Я уверен, всю компанию. Дампанк. Ой, блядь. Gun battery. Yeah, flag zone. И как вы флаг потеряли, вы чё? А, я... так, не спал, сейчас поставлю свой ролик. Так, ребят, мне надо идти, сорян. Алло. Да, да, давай, всё, пока спасибо за игру. Давайте. Давай, а, давайте, я не знаю, что мы здесь, только что Камикадзе убил. Противник на точке. Теперь 8 человек. Это точно целый склад разница. Они бегают вокруг, не могут на шарик найти. Да, скорее всего, уже нашли. Да. Расстреляли. Ну все, уже 7 очков тут осталось. Даже с кит-плитом у них никак. We can still win. Больше людей было бы. Здесь не, самые ну... топовые карты, которые вот именно вот по геймплею. Да. А Японию тоже мало играло было время. Ну, в этот раз было достаточно людей. А вы с где появляетесь? А, наверное... Это Мардер. За мной, да? Мардер или вы? Мардер. Не далековато, не? Ах ты нормально. А, знаешь, на паблике, где складной Николса, прям вот в этой зеленке, которая. А я знаю, вот тут ты имеешь в виду? Ну где-то вот тут, да, вот где ты. Ну вот тут можно, я знаю. Ага, тут прям флаг зона, понятно, ладно, можно. А, блин. Застрел, задамажился. Смотрите, у нас техника уже слышна со стороны метки. То на арте. Там Акунтис. Целый отряд перед тобой, арта... А. Просмывающий, он увидит, наверное.
Там этот самый, да-да, там этот Берперер. Нет, не кидайся в него гранаты. Блин, кактус, я погубил сейчас водителя. А, так, у нас с двух сторон, так, SSM squad between Hubble and Beachhead. Что-то справа. А, я не купил. Танк прикольно, красиво купил. О, тут еще один танк. Ну, Джонни, ну чтоб тебя черти в баньку сводили. Вот и гранаты кидают на нашем флаге. Противник в районе ралли там где-то. Короче, с запада точки там противник был. На меня ждал. На час-два где-то. Так он был. Херсик. Да, слушаю его. А где-то в этом районе что-то пытается. Артиллерия по точке. Вот тут, по-моему. SC Charlie 3 K5 Churchill. Flag is going down at Swamps. И припасы тут. Враги на моей маркере к северу от флага были немного. А пометки Churchill. Ну, пак уже уничтожен. Только панцерфаусты 3 килограмма. А дымы кидают прям на флаг. Это Черчилль кидает. Черчилль, да, огнемет. Блять, Джонни, Артур пошел лопас. А Черчилль для пехоты есть. А как только теряем, перемещаемся на кроссроуд. А, так, так, у нас вот здесь наметки Черчилль. Пока доедешь на этой малютке до вас. Годов, ты, может, не доезжал бы, а вот здесь бы где-нибудь остановился. Он пустой, по-моему, не? Черчит. Да хер тут стрелять изо всех сторон. Где Черчилль? А, Черчилль, на знаке вопрос, вот пометки он тут. Он, по-моему, не, пустой. Он живой, он не пустой. Да, не успел просить, блядь. Поехал. И тут еще что-то едет с севера. Там Брэмкеррер катается вокруг. Это не Брэмкеррер, а это трекер. А Годл, не едь к нам сюда, встань на дороге и жди, чтобы они к тебе выезжали. По дороге этот Стюарт без башни едет. Блядь! Ёбаная хуйня. Один. Смотри, не где-то вот пометки будут бронетехника. Там еще бронкеррер, кроме этой хрени. Я снял чержи. Красавчик. Отлично. Пехота на флаге много. А, так, ну ладно, пока атакуют, я пойду кроссрот смотреть. Если что, буду сигналить. Крин, Бринтус, блядь, карьер снял. У нас тут противник. Осторожно. Маха, дымов, со стороны дыма. Осторожно, осторожно, на ралик метку набили. Артиллерийскую. Ралик с Аня. Ну, оставь вниз. Но он близок к этому. Переставить надо. Ну вы не сможете переставить. А так, сюда ко мне на кроссроуд.
Ой, я снял двоих. На тебя метку кинул. А. Давайте пока тут будем броняться. Не, нахрен эти танки, пока доедешь, он на нем реально перевернулся. Блять, риск. А кто ко мне ближний? Лёлёлёлёлёк, давай старая метку, правильно поставим. CC, do we have RD? Yes. А пулемёт есть или это зенитка? Это зенитка там. Гудл, там арта стреляет наша, да? Да. Народ, пока броняем кроссфорд. Я попробую пройти на... обратно на хабле. Я сижу за краем карты. Не разбегайтесь. Чё взорвался на флаге? А, чё стреляет? А, пушка стреляет. Трёлик? Вижу пехоту, вижу пехоту, вижу пехоту на севере, на дороге, на дороге, на дороге, да, да, да. Прямо идут на флаг. Я обойду заборчик. Убейте их, а то я не хочу позиции. А, наших мало, ладно. Они флаг уже флагу зону пробежали. Заходит, народ, два человека там. А, они в траншеи. Был два. Бля, еще один там лежит. Блять, кактус. Как тут там еще один забор лежит, давай. Молодец. Не очень молодец, что меня грохнул перед этим, но молодец. Да ладно, бля. Да, это нормально. Тут вообще непонятно, где что. Че так нам едет? Это наш танк, Гудл. А. Кстати, не берите матрак. Я попробую зенитку перенести на... перевести на другое место. Watch our enemy on your left side. Что там впереди? Пока ничего. Просто стрелял. Да я просто. Вот сзади пушку потеряли. Нас сейчас оттуда будут прессовать. Да. Угу. Да, вижу. Я пойду туда сбегаю, посмотрю. А давайте все переориентируемся туда. Можно, в принципе, это ролик поставить. Ну, я свой попробую поставить там. Давай, я пойду, может, успею подхватить. А, не успел. Нам бы теперь надо северный бы флаги отбивать. Так, один там точно бегает. Ах, как он умеет. Бежит навстречу вам. Один траншей. Сейчас пикстон. О, по мне оттуха. Нужен инженер. Сейчас появлюсь, инженер. Ай-ишка. Я сейчас кину временный ралли, он будет очень опасный. Так. Но это прям временный керс, надо прям тебе будет перестрелять прям сразу. Вот он к тебе бежит этот, ребят. Сейчас. Я ничего не сделаю. О, промахнулись. Откуда эти гады я? А.
CC, already beachhead marked with already. Probably need to get him now, because там это. Squad 1 estate, you don't have a rally point. Can you defend crossroad? Understood. Почему нам не дали мордер второй, я не понимаю. Раньше. То есть третий, там третий. А он более попрочнее и, знаешь, не переворачивается. А, ну это понятно. Ну на этом я ни на горку не мог заехать. А если заехал, как этот мячик сползаешь. Третий мордер, по-моему, на шасси этого чешских танков. Да. Так, сейчас не вспомню, как у вас, сейчас свой ранг поставлю. Жду вас, давайте. Так, ну ралли готов? Блядь. Так, подожди, ждем классов. Can we have someone to defend crossroad? Я смотрю пока за ним. Флаг на месте. Флаг зоны как-то. Опускаем флаг. CC, tank on our RD on tank. At beachhead. Так, зачищать, я пойду обратно на кроссроуд. Я с тобой. CC, spotting a tank at beachhead. Флаг опускают. Они на, да, на севера восток. Дымы, ой, запад. Дымы. Сметки дымы. Иду. Куда? На точку. Да, флаг почти упал. Один человек ближний ко мне, подойдите, поставим ролик. Я через 10 секунд появлюсь на рынке. А, на флаге появились. А, нет, флаг сейчас. Да еще успеешь, наверное, у нас флаги. От арты. Поднимаем. Иду к тебе. Давай, с нами еще ролик. Где? А, противник... Там, близко. Крос-рот падает. А если символизм крос-рот? Дюк, у вас только противник идет. Давай быстрее. Они тут на севере от нас. Противник приходит с юго-востока на точку. Испанцы идут ровно в запад. Ой, восток. Угу. И они еще, кажется, могут взять флаг. Недалеко от ралика еще будет. У них техника есть какая-то. Рынка еще выйдет. Блин, все, не грох. У нас как-то остальные склады кучкуются на паре флагов. У нас танк едет к нам по дороге. Черчилль, наверное, где-то здесь. Это Центавр. А, или Центавр? Куда все про... Почему они сейчас возьмут флаг, их много там. Ну, я сейчас на кроссворд перемещусь. Мы могли защищать, незачем убегать, если на нас идут. А вы все разбежались куда-то. Я не разбегался. Не знаю, голод ли там за дорогой, Керст за дорогой. Ну, я рискнулся сам просто. Блин, ёп. Басов. Слева. Транслит, короче.
По центру хорошей. Да не везде. Кто бежит с ралика направо? Пацаны. А. Он взял твой винт. Автомат. Угу. Нет. Блин, какой же приятный МП-28. Да, ну. Граната аккуратно. Противник. Коля убил автоматчик, по-моему. Сейчас фуральку поставлю. И на мне вражеский ралик. Перезаряжай, ролик. Ну, вражеский ралик. Там откуда у нас сзади. Почти бывший ралик, там прием. Пехота на юге есть. Сзади меня был противник. Блин. Ты заколол. Под флагом один, прям под флагом. Тартем, пацаны. Флага стоит. Двоих снял. Ралли убили, да? Их... Да, я убил вражеский ралли. Видели? Я начал. Угнали на этом, на мотоцикле. Танки печать сдал. Флаг. На кроссфорд смещаемся. Наверное, вот в эту сторону по чуть-чуть смещайтесь. Таким широким фронтом, чтобы видеть противника. Они с Observation Post сейчас пойдут. Observation Post, оттуда пойдут. I don't hear any. Давай. Радио, привет. Привет, Радио. Привет. Чё за пароль? Кале, C-A-L-A-I-S. Отлично. Калаис. Кале, понял, всё, понял. Кале, да. Как пады Кале, только без пады. Ещё пехота вон там. Ну они будут двигаться к нам сюда. Observation Post бежит квадрат D6. О, много, ёпы, трое. Ну нахер. Короче, они в D6, трое человек. Не пойму, какой флаг будет. Я попробую. У меня еще 2 минуты, Радик. Оброните пока флаг. Пусть к вам идут. Не уходите далеко от флага, будьте на флаге. Вижу врагов, они на севере от ралика. Ой, от флага на севере. Убил бы их. Они дорог приходят. Еще идут. Я их заспотил врага у флага. Все понятно. Блин, обсервишь? Да, нет. Отсюда идут. Идут троих там, может еще что-нибудь идут. У нас ралика нет. Не, ралик есть. У нас ралика нет. Не, вторая точка вон. Это ты. У бункера один аккуратно. Годал, он пытается там куда-то. Снял. Так у меня что-то лагает, не знаю. Я стреляю, у меня лагает. Сиси, танк is burning, Bravo 2. Че там такие лаги страшные. Так, я пустил, обсервишь мост. С кем-то рядом. А, там танк. Блять, там танк уел. А по-моему стреляет на флаге. А ко мне кто ближний подойти, поставим ралик. Как тут подойти к ней? Угу. Так мне на обсервишн не помочь. Идите помогите, наверное. Ну они в курсе, что там. Давай. Значит, атакуйте на кроссрод. Я останусь на флаге. Там у них пушка, блядь. Арты нет. О.
и то 16. Марс недавно играл на прошлых проходных, может? Марс, да, Марс был, я как раз под конец слышал. Господи, панцержек. Не, надо, это... ты знаешь, что делал, если 8. Панцержек, это вообще легально? Чё нет? Типа, серьезно, какие базуки там у американцев и какой панцершрек просто? Ну, панцершрек это одно 2 снаряда, у американцев у базуки 3. Два снаряда, да, говоришь? Я думал, у тебя ехать, и ты... А ты не хочешь? Ты отскочил, что ли? Ну, норма 3. Мы же за немцев, не они. Главное, тогда вот всех приеду. Кажется... Вот. Я же сказал. Короче, для артиллериста. Точка там еще одна. Так, мы все на шату. Лёля, куда здесь мы? Кстати, если кто хочет, возьмите это. Вибервинтен, как я говорю. Вибервинтен? А, блин, я хотел взять этот спальник, наверное. Там еще самолет. Просто девятый. Я на фото выключу. У нас же... Говорили же, что у нас есть этот HQ. Не тоже показали, что есть. Или это... Кто? Или это нас обманули? Я не знаю. В Дискорде писали, что есть. Тот и Турбо, тот и Митлс, вот кто-то из Мухи. Турбо просто рулит отрядом, не могу. Да, Турбо, нет, запасным скальдером. А. Надо просто глянуть, короче, в Дискорд. Кумитус, я тоже что-то думал, что Кумитус, но нет. Не, ну и там прошу, про Кумитуса просто... шутку вообще. Он же просто админ. Ну я имею в виду, понял, что он... Прям целую крепость. Сюда ничто не съедет, кстати. Пантера. Блин. Молодец, среагировал. Не в состоянии воюю. Я лечу с бомбой. А, мы еще не обороняем. Кто со мной? Наблюдайте. Я вперед поеду, помогу там. Да, давайте вперед выдвигать. Не, я... Вот, ладно. Пехоту, по-моему, вижу. Стоп. Кот! Где? Пометки? Да, можно смотреть. Да. Ладно, оставайся на шатло, я пойду на стейшн смотреть. Зажми огонь. Едет. У них там half-track. Half-track. А, все. Готово. Куда? Кто на флаке сидит? А, что? Чуть нас не убил. Извините. Там самолет. Все, прыгай, Кактус. Нет, так убил. Эй, вот американцы. Не помню, ширма. Самолет вражеский все еще в небе? Угу. Там летало 2. Вы ходите, а там... Вон 2 танка. Ну как, Кактус, ну вот же американец. Что ты передо мной бегаешь? Стреляю по нему. А кто с новенький? Бежать, поэтому ему простительно. Это не бегать просто перед этим. Так, где, там... где? Ход. Да. Бегут. У них халк отъедет. Здесь почва, честно говоря, по 6. Так, вот это фото. Ч
Что у нас на мейне есть? Не, карта какая-то слишком огромная. Зачем? Зачем такие большие? Компания. Не, это понятно, у нас игроков-то не было, да. 360 игроков. Мы играли в Хамаха. Скучно. Прошлое не было. Как там? World Beach была неплохая относительно, но тоже много бегали. И это Дор, это... Ну как? Просто грамотно. Ну в смысле как это? Ну... На Gold Beach. Это... Вообще все карты бегают удачно. Очень. А, все. Типа если брать... Если сравнивать с прошлой компанией, то карты намного больше. Танк. Что здесь Чаффи делает? Самолет сверху у нас летает, дружище. Фарм, CC, пик это конфарм. Я тут с пике не ушел. Вот тут деревья пропадают. Странно. По-моему, хотя так раньше было как-то. Они типа выходят из поля зрения, хотя на самом деле прямо посреди его почему-то пропадают. Ой, я помню, я как-то врезался вот на невидимое дерево. Farms under attack, we're gonna lose. Ха-ха, нет. На меня он зайти удумал. Что, зря на зените, что ли, тяжело? Кстати, у них вражеская команда в International намного больше людей, по крайней мере, пришло. У них было около 20. Не, ладно, около 15, когда я заходил, у нас было никого. Я там посидел 5 минут. У нас пришло что-то 6-7, у них уже 20. Мне кажется, надо будет балансировать команды. Если город не танк. Радио, ты жив? Да. Я просто смотрю еще. Голод там слева от тебя, знаете, за бакажами. С базу причал. Куда-то убежал. Да я кого-то там снял. Вроде чисто. Чё ты дропал, чё ты псу не стреляешь? Я не вижу никто. Тут на вербель видно, невозможно целиться. Наземная цель. Закрывает щит. Так, вижу пехоту, если можно стреляю. Левая улица, танк, аккуратно. Ай, блин, как он вылез почему-то. Да. А я пехоту там смотрел. Куда? Где танк был? Он за флагом. Вдоль улицы. На левой улице, южной. Там поехал направо куда-то, к маркеру. Бля, мне вылетело. Это стрёмная карта. Да не надо. Мы в неё уже играли, не знаю, лет 15 назад. Да не, она не вылетает. А, так, на мне метод
противник на стейшн. Это enemies on station. А так, кстати, на этой карте тигры так, были. Прям за ним еду. Прям за танком еду, короче. Данный инстинкт. Я не знаю, ты знаешь, как это вражеский. Штурм тигры. Ай, блядь. Ну тут еще и танк со стороны юга. Это что за карта? Да, слушал. Assassin enemy planted station south southeast. О, пума. На бомбере, Роэр? Да, но я веду бой пока. А я потом. Chateau's under attack. CC, Chateau's under attack. Кого? Мертвый пока спаунтесь на Chateau, защищайте его. Я не пойму, шато бомбят или что? Такую-то. Нет, бомбят. Там бомбардос. Да, так вот, насчет румын. У них же по технике... Что у них? Ройер, я еще помню... Р-35, наверное, был, нет? Помочь, я на зенитку на поле. Французский. В смысле, в плане своей техники? А. Ну, своей техники у них не было. Немецкая была? Не, немецкая у них позже, а... Если считаю. 41-й год у них, наверное, Р-35 и трофейные советские ПТ-шки. У кого? У Ромы. У них... Ну, своей техники у них, по-моему, вообще не было. Нет, у них была танковая дивизия даже. Нет, танковая дивизия у них была, но у них техники своей, своего производства не было. Ну, своего нет. У них были эти... Панцер 35Т, по-моему, или 30. Ну, короче, Р-1, по-моему, по русскому, как их сейчас назывались. Были эти еще. По-моему, они на... Были еще, да, вот эти Р-35, да, и... И были еще эти чешские танкетки. Под Одессой использовались, я не знаю. Шпилька. Так, с пятачками. Ну, по потом, не помню. Какие? Немцы им там 35? Четвёрку передавали. Так вам. Ну, я думаю, что техника, в принципе, уже есть, это прекрасно надо. Модельки оружия. Ну это не так уж и много работы, честно говоря. Учитывая, что там аж с нуля свою фракцию сделал. Я думаю, кому-то дохватит энтузиазма перекрасить, сделать рискин модели. Хотя солдаты уже надо делать с нуля. Ну да. Еще и голоса где-то хватывают. Чего? В ближнем доме правда. Голоса можно взять из этого такое? 42-го из модов. А нормально есть? Ну там мод был какой-то. А это не будет считаться за гараж? Ну, нет, можно спросить. А, подожди, для чего? О, они... Так. В смысле? Для выхода? Или для другой игры? Для, да, для фото. Да, не, ну можно спросить разрешение по или... Они разработчики не очень. Я
думаю, что они будут не очень защищают. Контактируют. А, поднимаем, поднимаем, что? Испанцы где-то, у них, наверное, в около церкви ралик. Где-то здесь ралик, вот. Где-то, по-моему, в этом районе он. Или может здесь где-то. Он уничтожил ралик. Ага, выдал там фонтане один, прям фонтане один. На его были. А ты кому? Погоди, ты на... Ты про шато говоришь или? Я про стейшн. Я про шато. Так это Яна. А! Блин, я думал, тихо. А шато противник на востоке. Я убил всех, я ралик уничтожил. На востоке. Танки уничтожил. Ну и Джамбо был, кстати, в ТВ, на стейшне. Я по нему, я ему стреляю, короче, в корму, а ну рикошет как под прямым углом. Тут я запаниковал. Херовые снаряды. Стой, болван. Так и есть. Хотя просто его банки не бы смеялись, но ладно. А, все еще противник на стейшн. Где-то в районе церкви около меня. По-моему, да, от шестого. Все еще испанцы. От шестого. Где-то в этом районе. Не-не, они прямо у входа в церкви два человека. Прямо у входа в церкви два человека. Вот здесь. А у нас стикер появился, что ли? Да. Никто даже не сказал. Я могу. Если хочешь, она поменяться. То он слишком медленно для меня. Наверное, где-то у них наверху в церкви, я думаю, кто-то где-то машина, можно где-то. Машина на вас. Куда он меняет? Сейчас, подожди. Она появилась в машине. А, нет, если там танк впереди, блядь, я вынес его, всё. Да, я вижу. Еще, нет, там еще один тоже улица. На востоке. А, у них к юг-западу от да сейчас, церкви. Сейчас. С забором. Там пушка просто еще. Убил Рай. Ты уходи, хера, да? Как он меня пробивает. Да. Где-то ралик возле меня. Рейп, иди ко мне. Я на тебе. Уходи. Да я ухожу. Ты на шато ешь. Ёлик, ты не в ту сторону бежишь. Я не понял. На востоке шато, появляет машина на карте. Фонтан. Бомбить надо слышно, да? Ладно. По фонтану отбомбись, прям по центру, по флагу. Угу. Вот сюда. Что у них там, слагер или что? Он меня в лоб пробивает, где-то на 60 хп. Блять. Где ты там? На шато на востоке установлена ралли. Сейчас я ремонтируюсь. Я к тебе уже. Еду. Чини. Залазь быстрее, чини, в танк. Чини. Сейчас расстреляют нахрен. Да не расстреляют. Да там уже противник, ты машину что ли на карте не видишь? Да вижу, я вот именно я вижу, смотрю. Блин, Я на бандеру, мать. В этом здании убили противника? Здание на метке, там противник был, убили его? Так сзади гудал, сзади нас. Кто сзади? Враги убивай. Сзади. Фугасом, я знаю еще. Кстати, между домами перед тобой. Не поломанную пантеру. Ролик, слышу. Наверное, где-то в этом направлении. А, у них бомбите, джамп, да? Как это чё? А в фонтане один, Дартемок, наверное. Там еще с другой стороны, как он гарант разряжает. Это не откуда, или с востока заходит, или с севера. О, попал на Дартемок. Вот в том высоком здании, кажется, был урок. Ральф, переставить.
Вообще совет. Вам цену поставить. Да, я горю. А у них на крыше фаус. Я говорю. Сцепли один машин. О, господи. Вот да, у них определенно где-то в этом районе ралик. Все, шатло потеряно. Блядь, ну, там и фоллостник, по-моему, хреновский, блядь. Я не пойму, что шо не мог лихам забрать. Левично. Тут просто вот этот вот туннель длиной бесконечно. Как он меня сквозь кусты? Туннель Сихмайна, он просто беспрерывный, там нету никаких выходов. Просто две стены вот этой вот без багажа. Под бред. Да, вот, кстати, Ромын можно было поставить против венгров на радио. See any sights of enemy tanks? Mm-hmm. CC, yes. Two tanks at Laham. They're on the main road. It's a bit, far away, but I'm coming. Танки, Тураны. Нимроды. Зрини. А Нимрод это же зенитка, не? Да, нет, она не зенитка. Ну она зенитка, нет, изначально была зенитка, и потом ее переквалифицировали в противотанковый этот. Ну там буфер. Да, там буфер из 40-миллиметровый. Ну не буфер совсем, точнее, его венгерская версия. Ну, они же полицейские выпускали. Ну, да. А где Тигр должен появиться? Нимрод разрабатывался изначально как зенитка, а венгер уже под противотанковый нимрод. Реориентировали. Да, Тигр на мене там спалится. Возле штука, видишь штука, которую я подвел, там спалится. I can't, we lost Lahan. Не, на этой карте я на танках ездил. But they were Базука у каждого спалится. Я приехал на шато, там с базуки стреляют. Поехал на стейшн, там я с базуки. Бред, как это, и что? Залимичено совсем. Не прикольный флаг, кстати. А вот еще эти вагончики с мешками. Так, тут а где флаг зону? Пошли в флаг зону, куда ты бежишь, кажется? Я понял. Ты как на паблике, пушечные мясо. Зато хоть не надо стараться выживать. Тут же ралли есть. А где флагзона все равно? Я бежал в флагзону. Почему флаг стейшн и флагзона не на стейшн? Что за хрен? Потому что флагзона около церкви. Бред полнейший. А у них что ли? Да, у них это М9 базука, которая супер базука. Не, ну как бы это аналогично и этому Панцер Шреку. Как спаун кит? Я не знаю. Ну что, идите, забирайте точку. Это не чуть дать. Перебор, по-моему. Да ну нахер. Ни хрена, там пушка у этой. Я думал, она не пробивает в лоб. Тигр. Да, так там 76 миллиметров подойти под калибера. Даже вообще. Thank you.
это очень не весело на тигре. Ну да, что-то не весело. А, наш алик нашли. Сейчас ты можешь таки новый поставить? Я так раненый. Я попробую. Он меня не увидел. А, нет. Да нам базе машины. Приехали с майночек. 5 машин. И куча танков. Давайте все по танку возьмем и приедем куда. Не, ну все равно. Да ладно, прикольно будет. 6 танков. Ну давай тут поедем. Ну что вы будете? Ну где? Ну у тебя пума. Пума это не танк. Вы будете воевать? В смысле это танк? Давай, давай. Вот давайте танк. Кто не танк? Ну вот это разведывательный танк. Да Recon Week. Пума это не танк, ее пулемет. Да поехали! Бля, что вы нахуй делаете, ладно? Ладно, я тогда возьму вот этот танк. Вот этот. Вы думаете, тигр стоит, блядь, хочет вас прикрыть на точке? Это самая главная цель, блядь, для всей армии. Блядь, американской. У меня там появилась мишень для арты, я пока на арте с этим. Я вот хожу, потому что там сейчас, блядь, полюбас очень ебанёт. Давно с ралика нет, мы не можем. Ты же давно приехали. Там все вы выбираете, что на чем приехали. Это уже верно. Он просто вас мне считает полно за танк и взял зенитку. Обозвал ее танком. Зенитис нам ралик. Ну а с кем? Около тигра, около года лакинь. Ох, по мне уже понял, блядь. Пидорюга такой. Зачем ты заехал? Рычаг глазов. Да не могу. Мешай. Нихуя себе, мне с базуки полжизни, блядь, добавили. Так это, так нормально? Это супер, это супер базука. Да какая супер базука, обычная базука. Нет, это супер базука, просто без. Нет, супер базука, она я под... это М20. Ну, это М9, а не М6. Где-то в этом... Самая поздняя версия. Так, самая поздняя версия. В этом районе версия. Нет, самый... Это противотанковая коммуникация. В этой, как в Корейской войне участвовал. Сколько там миллиметров пробития радио, ты не знаешь? О, М9. Там вот снаряд зависит. Ну, который там самый Т-20 или что? Ракет. 127, по-моему. Да это мало очень. Он и тигра в лоб. А хоть. Ты шо, никак не возьму точку, ну шо, блядь, сидеваетесь? Да их отбивают. Нет, да не вообще. Бред попал фугасами, не убил. Сюда нельзя заехать, кстати, вот эти межи стоят. Где тут точка? Не, сюда, это тупик, это тупик. Точка это на фонтане. Пускаем флаг. А, ну вот по мне прилетело. Где Власов? Я иду к вам, там спота не дают. А че ты на зенитке не едешь? Ебать, по мне хуярит. Чините, кто? Не, вот он. Все, мы взяли. Пать. Че ты? Я через забор, который нельзя проехать, проехал. Я видел. Ничего, решили переключиться, что на бункер? Все
зато число игроков... Секер. Зато... А, это радио. Зато число игроков стабильное. Как было 60 в начале. Ну, 65 в начале. Я думал, уже все происходит. Что насчет то? Не, пойдем на бункер. Не, нужно. Обычно минимально там что-то. Ну, короче, вряд ли, тем более ради чего переделывать, ради... Ой, переной машина. На дороге так к нам едет. Я вижу, по центральной улице. А, машины. Это не лайф, это не убивайте его. А, ну эй. Я на юг бегом встречаю врагов. А, пума же, это чё? Я заспатил самолетик, наверное, нет он. Да, а, Рэйвелс, подойди ко мне. А, еще, кстати, вот это вот на стрелпоинте, типа, защищались здесь. Все. Там роя с двумя, с двумя другими, короче, как файтинг. Лучше враг, мистер Токов на юге. Ага. Это же мы тут еще скидали, где нет. Че делали? Зенитку скидали самотрака на ходу. Вообще не помню такого. Тут Шерман где-то. Мы закидывали. Где Шерман? Рядом флаг со мной закидывали на матрак. А? Рядом со мной где-то. На юге. Где Шерман? А ты в ком... Да, это Кромвель. У маркера. Ну там еще какой-то танк на мосту. А что, там может проехать через тот мост? Да, что не? Уже проехала. А он взрывается? Нет, тут мост? Нет. Раньше, по-моему, взорвался. Ну, на карте... Не, такого не было. Это почти мейн. Там даже говорили, типа, не стреляйте на тот берег, по-моему. Короче, куча врагов F5. Готовьтесь их это встречать. О, Сиси, can you hear me? Yes. Да, я слышу, Шарман. А, нет, это Кром. Hello? Промазал. Yes, we can hear you. Блин, он уехал. Керс, садись за пушку. Yeah. Садись за пушку, я буду наводить. Сиси, can you hear me? Я can hear you. Он заехал за амбар налево. Но там его сейчас убьют. А, убили. Все, я убил. Ну ладно. Чуть-чуть я не успел. Еще танк есть? Не знаю, я не слышу. А, нет, это свой. Ну я слышу поле. Да, заспотили. Это джамбы. Заспотил. Там еще кровь где-то. Пометки. Да, вон. Заспотил. Или что это, я не знаю. Ахиллес, наверное. А, бля! Да, это. Да. И там пехота с той стороны с меткой. Да заходим. Стреляй, с пушки. Сейчас, подожди. Сейчас он будет выезжать. Готовится. Блять. Там спотеры сидят у дороги, я двоих убил. Есть бомбер? У нас там этот тяжелый танк. Ну кто-то хилес? И... Охереть. Просто так, хилеть. Зачем мне танк на спам? Скажи другим женам, надо помощь на стронгпоинт, я не знаю, пусть берут эти гибалты, как мясо, конечно. Какая тебе будет помощь? Нам помогать некому, да. Надо брать хитов инженера с мышкой. Я в эфире. СС, ставить танк от стронгпоинт бим. Меньше, чем на паблике. Блин, уже с южной стороны заходит отсюда пехота и тут же танк.
Блин. А, чуть южнее, я, блин. Вот здесь где-то танк. Сейчас на западную сторону перемещается, будут запустить. Смак, спустили радио, пошли к ним радио забрать. А ралли киньте, нет? Да попробуй. А, блядь, комик, как сфотографироваться. А много танков на базе? Нет. Один штук и все. Да ё-моё. У нас еще два пазика катается. Ну, я сейчас беру пантеру. Третий, четвертый. Попробуйте контратаковать. Дашь кого против? Я хотел заспотить и мисс кликнул, стрельнул, короче. Но я вижу вот эти вот два танка, которые из леса выехали. Один горю. Это не Жам, сори, это Черча. Шестой, по-моему, с 57 миллиметров. У них тут какие-то техники, я уже... Yes, we can hear you. А, Ахиллеса убил, сейчас убил, по-моему. Убил Ахиллеса? Да, Ахиллеса убил, но тут еще Firefly есть. Или это... Нет, у них... Блин, сейчас заменял, они что, Шамбо и... Черчилль? Вот иконка тяжелого танка. Вы будете штурмовать? Да-да. Дайте мне выйти на позицию. Да, это Джамбо. А чё за херня? Зачем нам Черчилль и Джамбо? Почему у нас нету тигров? Где он тебе убил? А они все на Стронгпойнт Б там на дороге катаются. Я пытался спутить, но это галимая система. Значит, нет. Сука. Ой, блядь, херс. Там уже пас бежал. Там до этого уже два противника были, да, кажется. Я не знаю. Он видел, но... Короче, они либо на Стронгпойнт Б, либо поехали. Ты сорвал так. Чё они там? Два спорта на поле. Искал, блин. Тварь бежит. Кромвель, Firefly и Jump. Я их в этом сам. Как в фильме. Чё он ручкой машет? Я по нему прошелся. Как там это? Сидит на коне и ручки машет. Ага. Вроде Firefly вынес. А так, у нас пехота замечена, через поле бежит. Вот это, блять, Рик. Годал, прям на флаге стоит танк какой-то большой. Вот он, его поймал. Не знаю, не вижу. Он между домов там. Короче, я пушу. Я штурмую на штуге. Who is listening to me now? I do. Алло, вы здесь есть? Сейчас он умер. Where am I talking to? You're talking to me? Would you please introduce yourself? Так, по-моему, где-то здесь. Nobody can hear me when I'm doing this. No, I mean... me. No, I mean, I'm pressing my hotkey for the Whisper CC thing right now. Yeah, I can hear you. Okay, maybe it's working now. So both my squad and the CC can hear me. Or is it just you, Alan King? Yeah, I need to kill both of them.
Firefly еще же. Все, да, can you hear me? Yeah, oh, fuck, sorry. Lemming, can you hear me? Just cap it then. No, okay, it's just yeah, we'll do my best. I have, just have a rally point here. Где ты, где вообще? А, блин! А, я не знаю, либо я что-то не помню, но мне кажется, что... Whatever you wanna do, whatever you think is best. У нас бомбер появился. У нас тигр появился. Бомбить есть сейчас? А, нет, пока нет. This is correct. Тут на фьюд атака. Can you hear me? Чё, нашу попросили? Да, с востока. Хамлет взяли. Двоих убил. Не знаю где. Вижу. Can you hear me, Alan King? Еду на фил. Прикиньте, этот ахиллес не пробил штук. Правильно, да? А уже штук 80 метров. Как бы нет. Танки coming from church to strong point B, north side of the road. Плюс под углом. Can anybody hear? А, нет, 80. А что-то на пека на филд? Да, да, да. Не знаю, где исполнится. Рыба никому. Ралли кинуть, да, ладно, уже пошел. But when I go to the, when I switch to the other channel, nobody can hear me. Okay. Then, why was I told to go to the other channel then? Ah, yeah. Ah. Ooh. Okay. But I don't know who else is listening besides you. Okay, remember I was asking earlier, I wasn't getting any replies, so I thought this wasn't working. Now your CC channel is working. We all can hear you. Okay, good. Окей. А, так, у нас, по-моему, блин. Отсюда пехота. Да, у нас с западной стороны заходит пехота на... как называется, на филд. Запад или... А, да, западный, вот отсюда меня только что подстрелили. Угу. Вижу толпу. Где толпу, хуй, видишь? Вот, пометка, бегут. Два человека минимум. И там какая-то техника, а мне тут с пулемета стреляют, вот отсюда откуда-то. Да, что-то меня с пушки обстреливает. Ладно, будь там, я тут спереди. Я не вижу, где именно там танк. А, он там. Да, он где-то меня сюда шел. Кого-то вот, я не знаю, что это за танком снимали. For God's sake, Prozac, are you here? Не на маркере за деревьями прячется. Там, наверное, где-то брали, блин. Пометки два человека там, за деревьями. Там этот, пятчики эти еще. CC, I could use some help at the church. Okay, so we're coming to the church now.
I think I have it working now. No, I didn't see you in chat. I think I can hear you speaking of CC. За дитя был, за дитя. What's the plan? What's the orders? Я четверку украл. Я потом тебе HQ for orders. Берите штук, берите штук. А, Гес поехал. Так, где скользи? Картинка смешная. Дайте, дайте колонну. Где там панк? Там панк, там пума еще стоит на базе. Давай быстро. Да сейчас, сейчас. Я, подождите, подождите, я сфоткаю. Нет, я не на сервере. У меня не будет... Первым должен ехать, наверное, пантера или, или хотя бы штук. Давай, я на пантере. Этот тампан, ты заходишь? А не еще. Ну ладно, тогда не втроем. Только давайте не будем киндрить, будем пушить, потому что мы танки. Должны идти вперед. А. Надо построить цепляну. Вот этот дом Райна. Да, я, кстати, не замечал, что пантера быстрее, чем четверка. Сейчас, подождите, мне надо радио погромче сделать, я в танке его вообще не слышал. Почему ты игру не сделаешь тише? Я, мне она тихая, просто я в танке все всегда громко. А радио особенно особо сегодня тихо говорит. Я говорю, что пантера быстрее, чем четверка. Ну, по крайней мере, мне у меня канал все неожиданно. Там ходом ехать. Догонять. Ладно, вот так долго фотки делать, я уже запрыгнул. Мы еще едем. Я вас на пуме догоню. Если она там еще есть. А че, четверка самая медленная, что ли, или. Я просто. Да, да, она тяжелее, чем тройка или. А, вы про пантеру. Ну, у пантеры же двигатель намного мощнее, чем... Панамарта! Панамарта! Меняет, короче, игра зависла. Вместе с компом. Пришлось перезагружать. Тигра, я не знаю, что с ним произошло. Походу, пиздец. Ну, там раунд кончился уже. Взорвал им ралик или что, стоило, побежали и раунд кончился. Что за карта? В город входим, да? Да, там фугас. Что за карта? Авервун. Я в городе здесь не стал, честно. Давай, а я буду замыкать там, радио, а ты в там серединке. Там танк. Да, там заспучили. Да, сейчас я поменял. Ну, одно любимого у нас трое, вы чё, чё с... Короче, я заходить не буду. Да заходи, мы танковый отряд отыгрываем. Давай заходи. Не, я уже устал. Вот тебе. Ой, сути, я напомню. Вижу. Хотя ладно, за это. Там пантеры. Был бы штурм Тигр, да. А что, а где? Где я радио? Прежде, ну, чем, может, мы, может, мы соберемся толпой? Отступи, а да. Руэр, отступи. Нет, это трофейная пантера под собой какое-нибудь основание, интересно. Она была в той компании, когда мы второй раз играли, кстати, и вроде никто не возмущался, типа, нереалистично. Как-то не встретят цены? Это дампанк, наверное, к тебе стреляет. Солнышко. Что? А,
Что, я его переехал или что? Все какие-то рандомные килы на пуме. Чего? Как я убил его? Нет, я его не переехал. Там лингермёт такой-то. Чего? Погоди, а как я его убил-то? Шарапуля. Сомневаюсь, но только по тебе. А может это рикошет? Хотя рикошеты, они же чисто декоративные, ими нельзя убить. Не-не, они могут. Ну блин. Ну, у пулемета. Да, у пулемета. А вот, по-моему, на прошлых выходных убили в моем отряде рикошетом. Я проверял, это реально шальная. Это реально. Сейчас появится штука. Просто жопа есть. Подождите, подождите, Никита, давайте на Вандер Блитон, он вражеский, мы как раз вместе поедем. На север? Ну поехали. Пострелял, короче. Ну, радио, а чё мне штук-то? Ну ладно, хочешь. Ну, ух, что спать? Тигр или кто там появился? Кто-то огромный. Просто тигр, наверное. Ну, походу никого. Но я все равно не буду заезжать. А, нет, есть пехота. Да, вот справа от меня. Где он? А, он сбежал. Ну, я не знаю, как мы чисто танком будем захватывать это. Да нормально, мы на флагзону въедем и захватим, они ничего не сделают. У них не хватит этих противотанковых. Опускаем флаг. Как бы да. Вот там вот, в кратере. Да. Опять это улица. Невезучий. А чё ты это, в сторонку уехал, Рубер? Тут он стрелял, по. Так ты сюда. Да, по-моему, кто-то стреляет. Это граната. Так, а вот через поле, или это вы стреляли? Роер, по тебе стреляет или это так просто? Пулемет как будто через поле где-то с луга стрелял. Ладно, я на флаг поеду. Так ты на пантере. Это я, чё, да. А ты чё дымишься? Кто, я? Да, Роер дымится. Нет, я в целом. Нет, Власов. Власов на базе дымится. Это... Ух ты. А, чё? Это чё было? Чё за бред? Почему их убил четвёрка? Это как? Может, это мина? Хотя я проехал только. Нет. Что. Тут пехота. А где он? Он мне тоже решил отомстить каким-то мистичным килом. Руэр, ты что, не убил через вражеский? Нет, не вижу, где он. А, это муляж, я понял. Это сгорел. А как четверка убила пуму? Че за бред? Откуда? Подождите, мы куда едем? Давайте на... А, может у них трофейные или что? Я не понимаю. Да, поедем толпой, говорите. Керс, давай. Приказывай. Давайте на Верлон. На Верлон, окей. Нас просто взорвут и убьют. Ну, мы будем так двигаться. Надо ближе к тигру, ближе к тигру надо. Ага, тигр вперед, а мы сзади прикрываем. И пантеру. Что если происходит в Нидерландах? Бумбетриф. Власов, наверное, от меня. Ответ, профиль. Асвельд. Хоутклев. Вандерблю. Надо боевое построение, как там оно правильно делается. Свинья. Я видел видео про Прохоров, что типа там впереди тигр или Фердинанд, и там по краям какие-то другие, типа чуть сзади по краям. Давайте пушим, чё вы тормозите? Как это закончится? Давай, не едет танк. Через город пройти. В городе ищет смерть. Нормально, надо на флагзон заехать. Прямо через него проехать.
Не останавливаюсь. Легкие танки, фугасы ставьте, я на бронебойных. Я поставил. Я так беру противотанковый, а вы фугасные берете. У вас слева сразу работает. Там справа, короче, этот... Я налево смотрю. Справа от города этот. Убил танк справа. Так, по мне танк отработал какой-то. Вижу. Где он? А, нет, не вижу, это пехота. Слева чисто, я не вижу. Сзади нас танк. Это я! Или... Убил сзади, они реально... сзади танк. Так, я ремонтирую. Это, кстати, была этот М8. А ты можешь дымы стрельнуть, Масов? А, да, есть дымы. А... Ну, стрельни. То есть дымы... Короче, мы... Чё мы хотим? Мы хотим проехать сквозь город или чё мы хотим? Я предлагаю сквозь город проехать. Слушайте, по-моему, Watchtower мину кинул, которого ещё убили. Значит, надо обходим город. Давайте по правой... А, давайте на этот сам давайте поедем. На Лунден Гриф свергнем и все, и поможем пехоте, все направо. А тут очень право, Роер, направо. Право руля. Давайте немного по дороге выйдем, а потом срежем это еще в бок, всех расстреляют. Кстати, интересно, а мне стреляют? Флаг Аврлун. Впереди. Блин, так, я... ты зачем заехал? Не, это танк на West. Ты зачем в кратер заехал? Я не специально. Нет, танк на 275, помечен. Шерман. Джамбо? Да, это Джамбо. Да иди ты нахер, кусок. Роер, ты стой, тут я объеду. Давай, Роер, стреляй, вот. Сейчас, перезаряжай. Хер застрял. Хер застрял в кратере. Я еще заминировали. Заминировали, ёпта. Squad 1, do you defend Hoodcliff? Вот, блин, не удался наш танк. Не, ну просто выезжает вот этот вот один... Джамбу, и что? Только Роер у нас способен его пробить. Просто не знал, а в бок его четверка что, не пробьет или штука? Да в бок, ну так ты возьми в бок заедь. Он был в бок, как раз когда мне было за Роера. А чё ты? Он меня убил, Джамбо. Это знакомая карта. Тут это очень много спаун танков, поэтому я поеду. На последней нормальной компании есть. Мы играли ее. Там где-то, по-моему... По-моему, где-то даже видео делали, где в присядку все садились. Что-то вспоминается. Это не там, где какие-то туннели были, не? Да, там вон на этой, на вот это вот, там где я сейчас, Вандер, Вандер, да, вот да. Это вот, туннели. Ну, я ее как-то играл, но... Если это Калифорния, Вандер, три проблемы были. Я еще помню, тут внутри души были их этими, их ножами кололи. Да, было что-то. Фотографии, по крайней мере, видел. Тут есть что посерьезнее этого, что? Пантера есть и тигр. А где пантера? Непонятно, когда зареспаунится. Ласса, ты быстрее едешь или нет? Не, я не заметил, вряд ли. Ну, я тебя толкаю просто. По-моему, я не замечаю. Я поехал. Деревья тупые, не объехать их. А я могу. Ага. Так, есть мина или... Блин, да, есть мина. Понятно. Керскинь ралик я буду разминировать. Ну не так далеко же, ну... Как тебе надо? Is the Luna being clear? Поближе, прямо у флаг. Флаг зона будет. Я на прошлой кампании прям флаг зону. А чё тут два... А, это deploy marker, я забыл уже.
За дитя, Кирс. За... Да, за тобой бежит. Я под землей. А. Я просто вижу джип. У них... А, и тут опять эти базуки. Бляха. И ты в вьетнамские туннели. Да, у них М9 базуки опять. Не, что-то, знаешь, Фаса, что-то не хочется на этой карте. Тут и мины, и М9 базуки. А кто там на этом, на Вандер, за тобой сзади пехота? В танке кто? Прямо в флагзоне. Че? Пехотинец был. Я увидел, он да, ничего не мог сделать. Ну не двигайся тогда, значит, а мины. Там под землей лес, Кирс. Ой, блин, тут приседи. Долго. А, ты умер, да? А? Что-то прозевал момент. Так, куда? Налево? Налево пойдешь. Я тут буду и направо. Реально какие-то вьетнамские туннели. Неужели это какая канализация? Ну, типа тут бочки стоят, какие-то ящики, я сомневаюсь, что это не знаю. Обычная. Что это за местность такая? Ну... Не знаю, Нидерланды какие-то. Она на уровне земли. Да, у них все не как у людей. Ну то она на уровне земли просто и... Кто на горящем мотоцикле? Призрачный гонщик. Не нашел. Видит там чувак на мопеде гоняет горящий. Кстати, а мотоциклы были в ЦМП? Или это... А кто на танках? Чего? У них пантера захваченная есть. Кто на танках? Что вы там стирали? Пантера захваченная и роер. Прямо туда ты едешь, прямо по курсу, после этого южного не въезда. Не въезжайте на флаг, там мины были. А, это Шерман, блядь. Сейчас я разберу. А Шерман прямо на юге, на втором ралли. Где-то. Я пантеру вынес, а Шерман живой. Блин, захваченная пантера, это, конечно, прикольно, но не круто для нас. Так это... Ну, мотоциклы же, были раньше на ЦМП или... Что? Они и на паблике раньше были. Ну, вот. Он прям на маркере, да, прям на маркере. И про что, про мотоциклы? Да, когда они появились, давно или нет? Просто я что-то... Ну, достаточно давно, потому что я помню, жаловались. Мотоциклы намного быстрее, чем машинки, и дисбалансили. То есть на них быстрее можно было до флага доехать. Это, может быть, даже и нормандская компания была последняя. Блин. Не помню. Не, я просто они только в 2.6 их увидел, вот. Во Франции. Не, они давно бывали уже. Не, мотоциклы, по-моему, на этом самом, на Олимпусе были. Керс, давай я тебя подвезу быстро. Давай, куда ты меня хочешь подвезти? Куда ты и ненадежно. Поехали на Лумбердив. А, не, он уже наш. Поехали на Ламбермилл. Но я точно помню, что... Я точно помню, что жаловались на мотоциклы, потому что они быстрее, чем машинки. Подожди, тут наверное. Че он так летит? Меня уже спросил Казан, все равно почему-то. Все равно почему-то вперед летит. Причем скорости не добавляя. Не, это веселое, что. Едете, мы еще раз в дерево врежемся и взорвемся. На Ламбе, да. Да-да-да, что-то езжаем. Ой. Мне кажется, у меня танк Тигр едет быстрее, чем вы на Макате. Нет, мы уже доехали. Мы уже на месте. Нихера у него странные. Какая тут, как... Машинка с юга. На метке. Какой-то, да. Какой транспорт взят за основу вот этого вот мотоцикла? Я знаю, что у грузовиков это БТР из ванильного, это БФ-2.
Ну давай, давай. Берете? Да. А, Сизи, это Шерман Оверлун? Голод, ты же в тигре, да? Просто синий на карте. Наверху Шерман вставаешь. Так а что тигр синий? Какой синий? Тигр на карте синий, там синяк сидит, или что? Союзник такой, блядь. Ага, да. Думал, тигр города пустой. Вроде танков не видно. Наверху не Шарма нахуй. Куда? На флагзону. Не понял, зачем. Ну все, я теперь тоже буду как предыдущий гонщик. А я вижу, вы сюда лег сейчас заспочиваю. А, кстати, не так же далеко. Там пехота. Ну, видите, тут пехота на юго. А, прямо перед нами где-то ранг у них там. Ну, поехали. Где-то здесь был. Сюда ты метку бросил. Так же. Чего не трогай. Запад. Вот он, ралик, в этом запад. Районе был. Все, били? Уничтожили их. Они в окопе были. О, в воронке. У тебя, Фалас, у тебя американец намотался на гусеницу. Подожди. Да и скорее... Ай, все, упал. Он у тебя на гусеницу намотался, короче. Ну все, что он ты уже... ты говоришь? Я не слышал. Ты мне говоришь? Говорю, у тебя труп американца на гусеницу намотался. Я хотел скриншот сделать, а-а-а. Но он уже упал. Мы на Оверлун, да, идем? Да. Пытка номер 3. У них ралик был. Давай, садись, кажется. Да что ты? Кроптюли не рванет. Блин, вот Терри как-то перерисовывается. Пушка. Пушка. Так, еще одну сбоку. Он меня тоже сильно ранил. Ай! Что там? Тебя убили, что ли? Там лапушка года на мозге. Я пушку вынес, а что-то еще. Все-таки рванул. Че за бред? Мотоцикл. Умер от взрыва мотоцикл. Мое вождение убило меня. Да нет, я, кстати, нормально приехал. Просто надо было убегать быстрее, а не ты стал. Это я убегал, знаешь. Я раньше тебя вылез. Начал мотоцикл кидать и... В том-то и дело, ты вылез раньше меня и побежал в сторону, куда я поехал. Нахера ты поехал в мою сторону? А ты побежал в сторону. Я по инерции там. А, да. Ты видел, куда какая мне скорость? Было убегать в город? Я даже не в любую другую сторону открещивал. Я на флаге сижу, никого не видно, но не тянется. Вы едете, нет? Да, там мины. Нету мин. 20-25. Более унылого скрима, по-моему, не было никак в историю, когда я играл. Сфоткай меня, сфоткай меня. Сейчас, сейчас. Смотри, чтоб меня сзади не прибежали. Стой ты. Где-то по-моему, в церкви, в башне. Или за церковью с восточной стороны. Под тобой. Сейчас слева, это с моей стороны, с моей стороны. А, вижу. Что же ролик на башне? Все убил. Ролик на башне. Что там, ролик на башне? Да, уничтожил. Нормально. Ладно, чинимся.
что-то тяжело прилетело с западной стороны. Или с севера свой обстрелял. Знаешь, как CC настраивать, забыл? Да, я помню эту карту, сложная была. Не помню, там на этом, на форме есть. Танк, CC, M44, Southwest, overspotted. Там два, нет, это один. Я говорю, что на этом самом, на форме должна быть инструкция. Да я понял. Это... Я на прошлой кампании смотрел, как эту карту на форуме смотрел, как... Мы играли, точно. Что? У них, кстати, опять чаши есть на этой карте. Майк, вот это играли, нет? Один маленький снег. Нет. Сегодня нет. Сегодня нет. Кстати, по-моему, прикольная карта, я смотрел в плеере. Или нет, она ужасная. Я не знаю, это, наверное, на либо хорошая. Ужасная карта, либо хорошая. Она, ну, больше пехотная, у тебя, но... У тебя любая карта в Нормандии хорошая. Нет, вот в Нормандии больше всего хороших карт, чем во всех остальных этих. А еще этот Сенфромонт. Не, можешь не толкать, там панк, я вообще не чувствую. Ну, конечно, что, новых карт не видел вообще. Погоди, а у тебя все нормально? Я просто тут летаю. У меня левитирую. Нормально. Ну, я как бы не очень-то левитирую, но не очень-то и еду. Сейчас. Где-то пантера. Да, блин, мы что, не сыграем? Да все уже. Ага. Погодите, не подыхайте на танках. Может, впятером фоткаемся. Там панк, не стреляй. CC, Panther, come to Overloon. Хотел погасить. Пантеры говорят, да, Overloon идет. Yeah. Somebody just said something, I didn't hear. Сейчас все нормально у вас? Сейчас не очень. А. Не нормально. Что, едем в атаку или что? Вот сейчас все нормально. Да, поехали в атаку. Я хочу с ножом зарезать. Да, фоткаться не будем. Погодите нас, погодите нас. Мы сейчас подъедем. Да, да. Ровер, Гудл, возвращайся сейчас. Мы скрим закончился, мы... Будем, ну фото будем делать? Да, потому что здесь... в этих танках. Какой-то шерма едет. Где шерма? Не уничтожай. Он может фоткать или что там? Там большой танк, огромный. А что, мне в него стрелять, нет? Да, ну понял, если... Бесконнектился. По нам стреляй. Сядь, Керст, сядь в тигр. Давайте его убьем тогда. Убейте. Вы на Х6 пытаетесь убить. Били, да? Подъедь к нам, радио. Я сфоткаю. Как стоим, так просто куча. Так вот примерно, да. Годал не вовремя вылетел. Эх, видно.
У вас и четверки встаньте. Дедапанк, может, знаешь, это эти ж... Ник не видно. Все, в кадр попали. Ладно, сейчас, погоди. Подъедь к радио. Че, вы где там? Возле... Да, возле... Оверлун? D4KP1. Тихо, не стреляйте, дыма много, где? Я рядом. Убивайте, Власов. Если там подойдет этот... Власов, не ближе к тебе, не стоит? Да, нормально, я думаю. Подождите. Ну, а вы говорите, мой что мы часа не будем. Да без 20 час. Все. Блин, я почти побежал. Давай, Олег, ты сейчас сделаем, что Камикадзе там бежит. А где Камикадзе? Где? Где? Вы, давайте тогда в город поедем. А давайте колонны в городе встанем. О, давайте, раз я без танка, и, типа, выстроитесь в колонну и езжайте в сторону города. Я здесь сделаю фанку. Джип так аккуратнее не меняешься. Стоп. А, это геопанк. Да ладно. Я стал паникать. Да, панк, езжай сюда. Езжай к нам. Колонна. А, ну, думал, чуть-чуть вперед, вперед, выйдите вперед. Так давай в городе, ну, что ты? Я, ну да, и в городе тоже. Будьте немного. Поближе, поближе, ради стой. Короче, там в движении не обязательно остановись тут, а ты перед ним встань, Кирст. Перед штурмом? Да-да-да-да, только прям, не, прям на дороге, перед, ой, за ним, то есть. В упор просто. Колонна, колонна, колонна. О, Камикадзе прибежал. Там панк, прям вплотную к штурму подъедь, этот, не видно. Керст вперед, да? Керст вплотную подъедь, да, и Ровер тоже. Типа да, давайте теперь в город. Тут дороги не очень ровные. Что топаем пока? На этом повороте никуда, на главное. Встаньте вот, вот, вот чуть вот впереди, вот где значок вот этот. Я буду с этого дома фоткать. Держите там панком. Блин, у меня это... Подождите, стой, радио, стой. Отъедь чуть назад. У меня тут маркер, который... Ща, подождите. Вот он виден. Вплотную, все вплотную. Ройер вперед немного. Ройер вперед. А. Я выран сейчас. Тихо, не надо стрелять, дыма много. Норп. Ну типа вроде сделал. А еще на церковь. Стойте так, на церковь надо. Там, кстати, наверху пулемет стоит, наверное, можно попасть. Колонки в городе. Ну что, Камикадзе, как оно? Пока сложно. В интернациональном. Пока сложно.
Надо привыкать потихоньку. Да. Ну, я типа что-то делал, но не сильно болтал. Всем немножко... Немножко назад надо отъехать, я не могу туда на окно вылезти. А там же лестница. Ройер, стой на месте, все назад к Ройеру подъедьте. Я не смогу туда выбраться, я только вот отсюда фоткать. А, понял. Еще отъехать? Все, нет, стой, все, стойте только. Пантера, кстати, приехал. Теперь меня грохнули, блин. Ну нормально, я сделал фотки, все нормально. Окей. Ну все, расходимся. Да.